На сцене идет представление с первого театра Галиаскара Камала «На новый лад». События в нем связаны и с мамадышской землей. Роли исполняют актеры самодеятельных театров, действующих при Нижнетаканышском, Верхнесуньском, Старокумазанском, Среднекерменском, сельских домах культуры и народных театров Шачи, Нижней Суни, Мамадыша. Композиция построена на основе пьес, поставленных этими коллективами на сцене. Они у нас сегодня показывают отрывки из спектаклей, которые поставили уже. И вот с этих отрывков мы уже поставили, скажем, вот это мероприятие. Тема была свободная, каждый режиссер видит по-своему. И, конечно же, сейчас в деревнях народу маловато. Уже ищут сколько ролей мужских, сколько женских. Поэтому уже тут все на свой вкус. Каждый коллектив выступает примерно по 10-15 минут. В Среднекерменский самодеятельный театр входят представители из Арташки, Верхних Яхков и Уразбахтина. Они показали отрывок из спектакля «Похищение деда». Хоть и давали мало времени на показ сценки, но подготовка к ней затянулась. Чтобы репетировать роли, нам приходилось ездить в соседнюю деревню, отмечает Ренат Гараев. По вечерам надо было выезжать на репетиции. Повторяли по 3-4 часа. Быстро бывает, когда уже выступишь. Актриса Шачинского народного театра Алсу Сафина, несмотря на свой юный возраст, успела накопить немалый опыт в этой сфере. Первые шаги на сцене она сделала в детском театре «Суаксок». В настоящее время играет во взрослой группе. В театре я участвую уже с давних лет. Сначала я читала маленькие стихотворения. Самая первая моя роль была роль дитя в спектакле про войну. Вот. А сейчас каком? А сейчас я уже постепенно начинаю переходить во взрослый театр с нашими взрослыми участниками. Но пока мне большие роли не дают, я играю в более такие второстепенные роли. В ходе мероприятия руководителям театров самодеятельности, народных театров и нескольким актерам были вручены благодарственные письма районного отдела культуры. Владимир Галимов, Ильнур Юнусов, Тимур Мухаммедханов, Рамзиля Багаудинова. Новости Татарстана.